Владимирская область перешагнула по заболеваемости коронавирусом 11-тысячный рубеж. За минувшие сутки в регионе зафиксирован максимальный суточный показатель прироста больных – 123 человека. Обнадеживает то, что 7 ноября, если судить по официальным сводкам, на территориях области среди заболевших пациентов не фиксируются новые летальные случаи. Самый высокий по области суточный показатель прибавки заболеваемости – плюс 18 зараженных во Владимире. Самый низкий – плюс 1 в Судогодском районе. В Мурме COVID-19 за 24 часа диагностировали у 16 человек. По данным областного департамента здравоохранения, в ближайшие дни в регионе для лечения пациентов с коронавирусом будет дополнительно развернуто 125 коек. Их откроют на базе Камешковской и Собинской районных больниц.